Всем добрый день. У нас день. Я решила постряпать оладушки, но оладушки сделать необычно, а сделать вафельниц. Тесто как для обычных оладушек, но делаю их вафельниц. Ребятишкам пожарить решила. Ложка утонула. Так что жарим, парим, готовим. Напишите, что вы делаете. Тесто сладкое получилось, вкусное. Так что ладно, готовим дальше. Все, мои хорошие. Пожарила вот такую вот кучу. Ну, помимо этого, еще у меня Ванька с Оксанкой тут таскает, Катюха таскает. Поэтому все по одной уже поели, я уже первый ем. Так бы больше было. Поэтому такие вот дела. Поставила суп варить, у нас суп закончился. Мясо поставила варить. Потом скоро мне надо будет в садик. Пусть в садик приду и буду суп варить. Мася, чего ты? Так что вот такие вот, ребят, дела. Я знаю, что на камеру некрасиво есть, но очень вкусно. Хотела просто ладушки на сковородке пожарить. Потом вспомнила, что у меня вафельница есть. Думаю, что я буду... А я горячая, но... Что я думаю, буду со сковородкой маяться, вафельницу залью, пока он делает, что-то другое делаешь. Я уже почистила картошку с морковкой для супа. Там у меня Василиса, как видите, на микроволновке сидит. Она любит на ней сидеть, а? Сейчас я сделаю чай. Там еще не чай, там просто заварка. Ладно, буду ребенку чай делать. У нас вечер. Оксана, тебе не холодно? Мы идем с Оксаной в садик. Оксана так легко оделась, что-то. На улице такое ветрище. Сегодня дождик был. Я зонтик с собой на всякий случай взяла. Вдруг дождик идет. И мы шагаем в садик. Чем быстрее, тем лучше. Потому что тучи все затянуло. Ладно, бежим. Ребят, я уже пришла домой. Нарезаю уже картошку. И мы по дороге с девочками, смотрите, какой букетик сорвали. Две веточки буквально, что воды много налила. Уже вкусно сирень пахнет. Я нарезаю картошку для супа, включила обратно мясо. Я сегодня мясо побольше поставила варить. Хочу еще гречку с мясом сделать. Морковки поэтому побольше почистила. Сейчас пока там мясо у меня варится, я уже нарежу. Ну, оно у меня до этого варилось, просто пока я в садик уходила, я выключала. Марина, ты что в вафельки не берешь? Ой, забыла? Я вообще напила. Так, сейчас сварим суп. Мясо у меня уже кипит. Сейчас картошку дорежу, закину и достану мясо пока. Все, что под кости, отобрать его. И все. По сути, две морковочки почистила. Одну большую, это вот для гречки. Как раз гречку сделала. Другую поменьше для супа. Так что сегодня все, картошку нарезала. Так. Надо. Мясо достать надо. Мясо достать. Что я не то делаю. Василиса, подожди, не мешайся, пожалуйста. Вася тут возле микроволновки, как всегда, сидит. Мясо достаю. Не специально побольше бросил, чтобы мясо отобрать на гречку и для супа останется еще как раз. Все, нет, мяса достала. Да. Так, вот видите, полную тарелку мяса. Сейчас пускай остынет, потом отберу его. И все, и сейчас будем варить с вами супик. Все, сварю, покажу потом, что получилось. Так, все, мои хорошие, суп сварила. Такой вот с вермишелькой, с мяском. Много зелени, да, я ложу много зелени. Все,
Сейчас моя задача еще сварить гречку с мясом. И будет ужин готов. Так, дорогие друзья, сварила гречку. Добавила еще сливочного масла сюда. Оно уже растаяло и можно перемешать. Гречка с мясом, с морковочкой. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Все, перемешали. Теперь можно кушать. Так, всем добрый день. Дети поели, не убрали. В целом, сегодня Катюха у меня жарила вафли. Тут в аппарате в этом. Мы его уже не убираем. А просто тесто делает как на блиночке и жарит. Вот такие вот у нее получились. Целую тарелку жарила, не доели еще. Что я хочу делать? У меня уже вечер, я уже сходила в садик. Я достала вчера куриное филе. Целый пакетик и свиной фарш. Из свиного фарша хочу сделать фрикадельки. Сделаем суп с фрикадельками. А из курицы я хочу его... У меня нету молоточка отбивать мясо, но у меня есть скалка бабушкина, хорошая, отечественная. Бьет хорошо. Короче, отобьем как сможем мясо и обжарим в панировочных сухарях. Если они у меня еще есть... Так, у меня по ходу дела закончились панировочные сухари. По-моему, были еще. Сейчас я посмотрю, но, по-моему, были еще панировочные сухари. Так, мне стул надо. Ой, полезем. Смотреть. Ой, ребятки, есть или нет у нас панировочные сухарики. Потому что без панировочных сухариков оно не так вкусно. Да, есть, ребята, у меня еще панировочные сухарики. Нашла, ура! Целый пакетик еще нашла. И сделаем в панировочных сухарях курицу с рисом. Рис еще приготовлю. Или гречку опять сварить. Дети. Или макарошки просто сделать. Короче, сейчас что-то придумаем. В первую очередь ставим варить суп. Суп. У меня еще не доели, по сути, здесь еще суп не доели. Еще каша стоит. Еще одна каша стоит. А я что-то опять варить собралась. Не, ну курицу точно я сегодня отобью и приготовлю. Поэтому посмотрим. На фрикадельки сейчас посмотрим еще. Потому что там суп еще не доели. Ну, сейчас решим. Ладно, готовим. Так, мои хорошие, вам, наверное, плохо видно, да? Но вот так вот постараюсь сделать. Короче, здесь у меня два яичка, просто взбитых два яйца. Курицу я уже отколотила. Видите, вот уже как смогла отколотила. Сейчас что буду делать? Просто брать в яйцо и смакивать. Вот так вот. И панировочные сухари. Все, сильно не буду делать. Ё-моё. И сразу же отправляю на сковородку. Кошка залезла, коза. Накрываю крышкой. Пока она у нас будет жариться, мы будем готовить следующую курицу. Вот такие вот, ребята, у меня отбивнушки получаются. Сейчас все приготовлю, потом покажу. Так, ребят, два противня сделала. Еще немножко маслом пропитываю. И на сковородочке буду жарить. Можно, конечно, в духовке, но я что-то не это. Так, все. Все, такие вот два противня сейчас обжарю и потом гарнир будем готовить. И супик пока решили сейчас вечером этот доедим. И на завтра буду с фрикадельками свежий суп варить. Так что как-то так. Напишите, что вы готовите и как вообще вы отбивные делаете. Будет очень интересно почитать. Так, ребят, пытаюсь поставить как-то штатив так, чтобы удобно было. Пока у меня будет это делаться все, я сейчас буду делать фрикадельки для супа. Так,
фарш у меня тут чисто свиной. Фрикадельки я не добавляю ничего такого. Сейчас яйцо только добавлю. Можно, по идее, без яйца. Я не лук, ничего не добавляю в фрикадельки. Напишите, как вы их делаете. Вот, суп решила сделать с фрикадельками. Фарша еще много. Поэтому... Ау. Ты что готовишь? Это отбивные будут. Курочка жареная. Вот это? Да. Она уже готова? Нет, еще жарить надо, Мариша. Иди пока поиграй, солнышко, хорошо? Ты переоделась? Платьишко садичное снимай, Марина. Марина с садика пришла и сразу заставляю ее переодеваться. А то она платье завозюкает, потом не отстираем. Можно оставить колготки? Нет, Марина, это у тебя садичные колготки. Давай другие одевай. А у меня здесь нету. У тебя там в шкафу есть. А мама, если ты мало колготок прошел, надо покупать. Да, тебе все маленькое становится, надо покупать. Марина быстро израстается. Колготки махами становятся маленькие. Из-за этого... Так, яйцо в кружку разобью. Из-за этого быстро колготки у нее рвутся. Так, яйца убрать. Яйцо в фрикадельки, что ли, скинуть? Яйцо вбила сюда. Перец положить немножко надо, красного перчика. Блин, такой закончился, надо этот отрывать. У меня есть вот такой пакетированный маленький, удобно очень. Добавлю перчик. Так, для курицы. Ребят, фарш почти закрутили, сделала. Почти сделала фарш. А ты не только вот это готовишь? Нет, конечно, не только это. Пока отбивные жарятся, я чищу картошку и решила это включиться что-то, поболтать. Не знаю о чем, но просто картошка мелкая, жарю на... Ой, фу, чищу на суп. Некоторая картошка плохая совсем. Это еще наша мелкая картошка, что оставалась, вот мы ее доедаем. Ау. Марина, у меня ручки грязные, я картошку чищу. Попроси кого-нибудь девочек открыть. Нам, которые прислали с Германии эти мозаику делать на фанерке. Вот дети сейчас эти фигурки делают. Целыми днями. Марина не успевает с садика прийти, делает, а потом старшие девочки утюгом им проглаживают и получаются фигурки. Так уже много потратили. Я говорю, я же потом вам здесь нигде их не куплю. Их просто тяжело найти у нас в магазинах. Нет, все равно делают. Что? О, молодец, сложи стирку, носочки мама поставит. Да-да-да, положи, мама потом постирает, это твои садичные носки. Спрашиваю у ребят, что, говорю, вам на гарнир к отбивным сделать. Егор говорит, макарошки. Я бы, например, не хотела бы макарошки. Ну, сделаю макарошки. Раз так хотят. А что, Ванюша? Ну, фигурки. Давай мама одну покажет. Ну, давай вот эту.
Видите, вот так вот они делают. Давай, стой, Марина, я вот так поверну, показывай. Сюда, вот так вот, с цветочком. Видите, Марина делала, и вот здесь цветочек Марина показывает вам. А это что? Выше, 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 вот так. Вот так, сердечко. Молодец. Штатив, видите, сломан, плохо делается. Плохо делается штатив, он сломан. На хороший купить штатив уже, чтобы он всяко нагибался. А этот сломан, он тут держится на гвоздиках. Как смогли, закрепили его. Так, все, картошку почистила, морковку почистила. Осталось почистить еще лук. Лук на летнюю кухню идти. Ладно, ребят, пошла я готовить, потом поговорим еще. Так, две такие головки принесла. Одну для макарон, другую для супа. Чтобы макарон тоже зажарку сделать. Я в макароне, у меня дети не очень любят лук, но я начала перемалывать блендером. И тогда они не замечают, что там лук есть. Моя! Так что вот так, лук моя! Надо есть. Все равно, как бы они бы не хотели, но лук надо есть. Видите, у меня Ваня с Мариной ругаются. Так что вот такие, что? Ну, давай, давай, покажу. Ваня принес свои штучки показать. Вот такое вот сердечко у него черненькое почему-то. И вот такое вот сердечко. Они все сами делают, а потом Света им обжигает, да. Это Света ему черное сердечко подарила. Молодец, Ванюшка. И они вот этими штучками готовы лепить постоянно. Если Света гуляет, она потом с прогулки приходит, они уже... Света, мы тут фигурки сделали, надо, говорит, сделать. Еще Ваня еще Света сделала. Сюда, сюда. Вот так вот. Вот так вот Света сделала. Ваня машинку еще, да. Так, все. Нашинковала. Теперь надо все это нарезать и помыть. Ладно, готовим дальше. Так, ребят, сделала фрикадельки, пока их отправляю в морозилку, пока я буду вторую готовить, и потом они подморозятся немножко, в суп будет удобно закидывать. Все, уношу в морозилку. Так, дорогие друзья, приготовила кушать. Я себе гречку сделала, детки макароны, плюс отбивнухи. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита!